Асока Мороу. Сорт называется Ice Dance. Нарастает она у меня медленно. Вот. И хотя она считается, ну, является длиннокорневищной осокой, у меня она поползла только, наверное, ну вот на третий-четвертый год. То есть вот она ползет. Видите, вот маленькие вот эти маленькие от нее пошли детки. Вот. Ну вот сегодня 28 октября. Вот. Выглядит она прекрасно. Ну, рядом эта исколка Биберштейна. Она тоже весь сезон хорошо выглядит. До поздней-поздней. До снега, в общем-то. Ну вот, конечно, медуница рядом имеет бледный вид. Вот. Тут сидит живучка. То есть вот эта живучка. Вот, она тоже зимнезеленая. Вот. Мне она абсолютно не напрягает. Там, где куда плети у нее. Плети очень длинные. Вот. Смотрите, какие плети. Видите? Вот она куда поползла. Вон туда поползла. Вот. Ну, я беру и отрываю, или отрезаю ножницами. И все. И, в общем-то, даю ей расти там, где пусто, а там, где какие-то другие растения, просто ее обрываю. Вот. Ну, красавчик бадан. Бадан. Без него невозможно обойтись, конечно, в миксбордерах. Является зимнезеленым. Одно из самых моих любимых растений. Вот. Вот. Много еще что в саду привлекательно выглядит. Есть в любое время года на что в саду полюбоваться.